Итак, ребята, следующий курс мы с вами написали представление на удаление записи. В принципе, смысл такой. Ну, давайте создадим запись, что мы хотели получить. Мы хотели получить несколько вещей, чтобы тот, кто создал запись, мог создать, редактировать, либо удалить запись, а другие участники не могли ни редактировать, ни удалить, кто эту запись не писал. Вам домашнее задание, вы поставите красивые значки, я пишу просто, и сделаю дизайн, да? Я пишу просто слова, а вы уже будете там колдовать. По сути дела, давайте создадим запись, назовем ее бра-бра-бра-мяу, бра-бра-бра-мяу, гав, фукар, ну, типа билиберды. Сохраним эту запись, и по сути дела мы можем редактировать. Да, теперь зайдем от другого пользователя. От другого пользователя, от root я зашел на эту же запись. Вот она, наша запись, у нас только создать. Значит, если каким-то образом нажмем кнопку удалить, ну, каким-то образом пользователь попадет на эту страницу, хотя ему кнопка недоступна. Мы пока не будем подтверждать, но предположим, что пользователь все-таки зашел, то ему выведется, эту запись вы не создавали, вы не можете удалить. Ну, а что касается хозяина записи, при подтверждении мы тоже добились, чтобы была запись успешно удалена. И понятно, что она удаляется в уроке, мы проверяли, с базы данных. То есть все просто, все получится. Значит, для тех, кто начал видео смотреть с этого курса, начало изучения Python Django на сайте spb-tut.ru, эти курсы немножко на другом сайте, эти курсы на сайте python-tut.ru. Ссылки есть в описании видео. Спасибо, все получится.